Одним из эффективных механизмов контроля над пребыванием иностранных граждан в регионе и противодействия правонарушителям является санкция в виде запрета на въезд в Российскую Федерацию на срок от 3 до 10 лет, в зависимости от характера и тяжести допущенных иностранными гражданами правонарушений. Подразделениями по вопросам миграции с начала года принято 2474 решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранных граждан, а это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в результате проверки иностранных граждан, купивших билеты для въезда в Россию на авиарейсе из Республики Узбекистан, сотрудниками Управления по вопросам миграции во взаимодействии с коллегами из пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выявлен гражданин, который ранее по решению Уссурийского суда был выдворен за пределы страны. Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя миграционного законодательства административные материалы о нарушении иностранным гражданинам правил въезда в Российскую Федерацию и направили их в суд. Контроль за пребывающими иностранными гражданами и вынесением решений о неразрешении въезда на территорию России в отношении правонарушителей будет продолжен. О фактах нарушения миграционного законодательства приморцев просят сообщать в органы внутренних дел. По каждому сообщению сотрудники полиции проведут проверку и примут меры реагирования. Телефон дежурной части Управления МВД России по Приморскому краю 249-04-91. Телефон доверия полиции 240-10-00.